Глушенков Денис. И перевод, и опаснейший момент. Выход один на один. Нет у нас штатного подавальщика. Это Петери Лампинина. Не может он никак оправиться от травмы. Подача, удар. Еще можно попробовать ударить. Удар. И гол. Иван Бойко, по-моему, там с добивания. Великолепнейшим ударом вверх и под планку. Сравнивая счет немножко. Сергей Пименов. Игорь Ларионов. Тоже опаснейший момент. Можно ударить. Удар. Гол. Не успели немножко вернуться хоккеисты Кузбасса. С мячом 25 номер Кировчан. Это Сергей Пименов на Дениса Славутина. Великолепная возможность забить. Еще один гол. Удар. Нет. Еще удар. Гол. Удар. Михаил Шиляев тоже отбивает мяч. И повторным ударом 24 номер. Антипов Александр. Наш защитник. И Сергей Обухов. Сейчас может быть очень опасно. Удар. Гол. Из-под игроков не стало нападить защитников Кузбасса. Где-то в районе радиуса, наверное, ударил. Денис Слаутин тут предлагается. Великолепно. Выход 1-1. Удар. Гол. Здорово очень Сергей Пименов сыграл. И Денис предложил себя. Можно было попробовать Сергея Обухова. Денис Слаутин. Снова выход. И снова гол. И вроде бы и вратарь вышел. Практически и угол-то был острейший. Но угрозу. Мяч у Сергея Обухова. Отдает на Дениса Слаутина. Денис Слаутин двигаться пока по своему краю атаки, левому. Хорошая очень передача на Игоря Ларионова. Прострел. Андрей Мороков. Там пустые ворота. Как по нотам разыграли нашу комбинацию. Подача. Удар.